В Ахинской коррекционной школе номер 4 состоялся очередной семинар, на который приехали специалисты и психологи из различных образовательных учреждений Сахалинской области. Итоги работы школы таковы, что сюда едут за опытом. А школа с некоторых пор стала региональной инновационной площадкой в области распространения опыта работы с особенными детьми, которые нуждаются в специальном профессиональном подходе. Тема семинара – воспитательная система образовательного процесса специальной школы. Почему именно такая тема? На сегодня, наверное, в нашем образовании, в специальном образовании для детей с особыми образовательными потребностями – воспитание стоит на первом месте. Если в других образовательных учреждениях на первом месте можно считать образование, конечно, да, то у нас на первом месте именно воспитание. Потому что основная цель и задача нашей школы – это социализация обучающихся. Социализация обучающихся невозможна без воспитательного процесса. Для нас важно очень научить людей взаимодействовать, жить в обществе, взаимодействовать с другими людьми. И поэтому мы уделяем этому большое внимание. Для того, чтобы привлечь, как-то поделиться опытом, мы сегодня проводим областной семинар, на который приглашены гости нашей Сахалинской области. Сегодня у нас присутствуют гости из Корсакова, Анивы, Быкова, Поронайска. Это не обязательно люди, которые работают в таких же образовательных учреждениях, как и наши. Это педагоги, директор школы вот у нас есть, представители, кстати, дома детства и юношества тоже есть из Анивы. Те люди, которые работают с обычно развивающимися детьми. Но, тем не менее, вопрос воспитания тоже для них также остается важен. Участникам семинара подробно рассказали о методиках работы, показали оборудование и кабинеты. Школа оснащена самыми передовыми инновациями в области работы с детьми-инвалидами. Здесь работают порядка 40 педагогов. Дети с тяжелейшими патологиями, аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна впервые здесь начинают делать успехи в обучении или даже говорить. Успехи у школы грандиозные. Очень хочется работать в этом направлении, помогать педагогам, помогать родителям, помогать детям, потому что на сегодняшний день у нас есть опыт в этом направлении работы. Четвертая школа готовится получить статус экспериментальной инновационной площадки теперь уже федерального уровня. Свой бесценный опыт ахинские педагоги готовы передать как можно большему числу людей, которые занимаются обучением и воспитанием детей-инвалидов.